Доброе утро, уважаемые телезрители, любители животных. Мы вновь с вами встречаемся в нашей рубрике «Зоосоветы». И сегодня, как я вам обещал, мы рассмотрим стоматологические проблемы, возникающие у наших братьев меньших. Наиболее часто встречаются эти проблемы у кошек и у мелких декоративных собак. Следующая проблема – это отложение камней на зубах. То бишь, так называемый пародонтоз развивается. И, соответственно, это нарушает состояние зубов. Если зубной камень вовремя не убирать, то в дальнейшем животное остается, естественно, с малым количеством зубов. Чтобы это дело определить, достаточно посмотреть регулярно зубки. Значит, зубки, они должны быть белыми. Если на зубах появляется налет, вот как здесь есть немножко, налет коричневый или темно-коричневый, то это говорит о том, что появился зубной камень. Вот чтобы это определить, нужно посмотреть ротовую полость. Открыли, посмотрели зубки. Если на зубах есть налет какой-то, особенно это коричневый или желтый, это уже говорит, что есть патология. Значит, соответственно, нужно обращаться к ветеринарным специалистам и удалять или устранять эту патологию. Вот мелкие животные, они требуют, чтобы за ними постоянно наблюдали. Это все вы в состоянии сами делать. Если вы считаете и видите, что есть отклонение от нормы, то в этом случае нужно вовремя обратиться к ветеринарному врачу. И с помощью уже ветеринарного врача все это дело подчистится, все это уберется, и животное будет себя чувствовать достаточно комфортно, и вам не будет доставлять неприятностей. До свидания, уважаемые телезрители. В следующий раз мы с вами встретимся и поговорим о проблемах, которые возникают при наличии паразитарных заболеваний.